Здорово, здорово. Всем привет, мы начинаем новое приключение. Эйда, как его там, блядь? Я не помню, как его зовут, короче. Нам опять надо выкрасть, как обычно, какие-то файлы, пробраться на... Сейчас возьмем задание, значит, пробраться на какую-то контору, на предприятие, или хуй его пока знает. В общем, сейчас увидим, что да как. Так, вот мы уже прибыли на место назначения. Ти-ди-ди-ди-дин. Будущее не за горами, пацанчик. Значит, там где-то... А, ну вон оно. Ну все, я знаю, короче, это вся контора, где уже... Рядом с ней я уже был. Так, наш друган нам рассказывает, что... Давай, короче, там, бля, вообще. Там такие файлы хранятся. Вау, закачаешься. Там, блядь, столько дисков порно, там все дела, блядь. С животными там, все там вообще ништяк, лесбиянки, голубые, все как ты любишь, короче. Вообще, какой-то херни нам нанес. В общем, нам надо, как обычно, пробраться, все взломать, устроить там полный всем БДСМ, всех расхерачить, всех убить, устроить поножовщину. Ну, правда, у нас ножа нету, к сожалению. Кстати, вот что интересно, бля, почему-то в этой игре нет ножа. Ну, это, как и в этом, да, блядь, GTA. GTA там тоже, вот, там вроде как все с пистолетами. А с автоматами, базуками, гранатами, лимонками все это есть, а простого ножа вроде как и нету. То есть рукопашного боя нету в этих играх. Игра эта, она идентичная, GTA, все то же самое. Даже, кстати, сейчас в новой игре, в новой, так сказать, GTA 5 уже добавили такие же, там, то ли моды, то ли что, как дополнительные такие фичи по взлому всякого рода вот техники в городе. Не знаю, я правда не смотрел, блядь, ну я просто такое видел уже, что из Watch Dogs взяли и переняли такую фишку, как взломы. Ну, блядь, чё, игры одно и то же, что там, что тут, везде гоняешь, везде угоняешь тачки, везде жмачки, везде мафия, полицейские, блядь, все нахуй такие, все навороченные, тут, блядь, друзья, один плохой, другой хороший, потом в результате он становится говном. Вот. Ничего нового, только единственное, ну, это тот же открытый мир. А в GTA он немножечко он один, здесь он другой. Тоже гоняешь на катерах, на мотоциклах. В общем, все как и везде, блядь. В общем, ничего нового. Есть, между прочим, кстати, любителям таких игр с открытым миром, с тачками, жмачками, гонками и перестрелками, есть такая же игра под названием Sleeping Dogs, блядь. Все какие-то псы, блядь, в общем. Не знаю, что они зациклились на этих названиях. Ну, в общем, да, есть такой Sleeping Dogs. Ну, там дело происходит в каком-то туле Гонконге, там все узкоглазые, сука, носятся, да, блядь, там мафия якудза, нахуй, там вообще пиздец. Нет. А принцип один и тот же. Защищай там своих родных, вступай там в банды какие-то, блядь, хуярь. Делай дела, бизнес. Так, а здесь мы, значит, такие, опа-опа-мен. Делаем такие заманухи. Сейчас не знаю к чему, но решил я поставить такие. Сделать такой отвлекающий маневр, поставить бомбочки. А, блядь, кого-то накрыло все-таки, сука. Кого-то нахлобучило. Как обычно. Пацанчик, можно я тут с тобой присяду? Блядь, а не зря ли я сюда пришел? Блядь, как песня. А тому ли я дала-то? Что в переводе? Сомнение. Русское народное. А тому ли я дала-то? Да, вот у меня тоже тут сомнение, туда ли я пришел-то. А, здесь уже более навороченный такой спецназ уже караулит, тут пасет. Не, свои эти файлы. Там, кстати, еще один охранник, сука, пошел. Какой-то странный охранник у нас, пятерочки. Алло, пришел, бля, говорит, пацаны, вы тут заказывайте. Мы заказывали бутерброды, он принес. Оп, ну-ка, кого? А что? Ну, блядь, куда пошел? Вон он. Блять, он без бронежилетки, он обычный такой, офицер. Штатский такой. Не штатский, ну с пятерочки, блядь. Щёпа. Простой охранник такой, блядь. Беспонтовый. Такой типа, блядь, там. Я такой мог поссать зашел. Так. Надо привлечь как-то внимание, блядь. Мне все никак, блядь, нормально они как-то всего не ходят, это непонятно. Туда-сюда болтаются, как хуй в проруби. Ой, блядь, индеец нахуй. Я такой пошел такой, а я тут можно это? Оп! А? Куда ты залез-то, блядь? Оп! Ты че тут прыгаешь? Залез вообще, с ботинками залез вообще на экран. Личность установлена, шеф охраны. Ч-ч-ч. Подключение к сети безопасности. Доступ разрешен. Мы уже взломали тут. А, так, просканируйте щиток сети ОС с помощью профайла.
Ну вот, а значит, одно тут уже... Ты-ты-ты-ты-ты, лопату я ему включил, он такой пошел на MP3 плеер такой, оп. Ты-т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 ы
Что ж он донал? Он взял на шубане такой. На шубане. Ха-ха, блядь, что? Кепку, блядь, убить не убить. А если я в каску попаду? Рикошет. Оп, ваншот. Ваншот. У меня получился ваншот. Так, пойдем дальше. Ну, вообще, конечно, не так-то красиво тут все. Все так сделано в игре. Сами локации такие симпатичные. Как и дома, как город, машины, так и природа здесь, конечно, сделана. Неплохо. Пам-п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 ам. Оп. Что такое? Кто у нас? Так, их осталось, по-моему, двое. Я пока что не понял. Опа, я перехватил аудиофайл Дэмиен Брэкс. И он там, сука, пиздит. А, блядь, я знаю, я все знаю, блядь. Я вас всех тут, сука, поимею. Такой весь крутой себя пацанчик, блядь. Я, сука, блядь, тут забуду заправлять этим городом, блядь. Хуё-моё, тут все дела. Так, дождались мы, пока охранник подойдет, и тут... Оп, тихо, тихо. Тихо, тихо, как задорно быть. Тихо, тихо. Сука, бежать. Спокойно. Ну, это я уже от себя. Опа. Опа, вот мы афроамериканцы тоже, сука, подломали немножечко. Подловили его. Афроамериканец, блядь. Нигер, чёрная жопа. И, бля, он меня завалить хотел, сразу пистолет достал такой деловой, так, анализировать. Но, блядь, анализировать. Сука, что такое, что, почему? Почему нет-то? Бля, почему-то мне никак не проанализировать эту фишку. Опа, все. Так, я просканировал мобильничком систему, что да как. Вот она мне показывает следы, куда надо идти, где чего-то еще. То есть ее надо еще и подключить, этот аппарат. Аппарат внутреннего давления. Так, тут стоят какие-то солнечные эти зеркала. Опа, вот мы взломали одну хуйню. Это эти, как его? Блять, стоят такие, нахуй. Ловят солнце, электроэнергию получать. Солнечные лампы. Так, где-то у нас еще один тут. Где-то еще одна херня, которую тоже надо как бы включить. А, сука, вот она бежит, дорожка. Та-та-та-та, дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Та-та-та-та-та-та-та. Вот теперь можно взломать. Блять, да не окно открыть. Все пиздец, короче, взломали мы всю систему. Ой, мы попали, блядь, в самую контору, нихуя себе. Да это самый мощный компьютер, блядь, стоит. Нихера себе. Подключение, сканирование файла, кинни, снижение, фьюер, что-то, тобиас, файл удален, Вашингтон. А, здесь надо правильно, здесь надо стирать и удалять файлы. Во-во-во, нас этот друг, который, сука, этот, сука, бородатый этот, неформал, он просил одно дело сделать, здесь стереть. А файлы, значит, на компьютере, его данные, потому что, ну, сука, тоже там, блин, у него в детстве такая та же была, еще та, сука. Я заодно и свои тоже тут, походу, подтер. А прошлые ошибки, там, как, ментуру загребали, там, туда-сюда, нахуй. Ну, понятно, что делать, нахуй. Оп. Да вот он, сука, доминиент этот, блядь, доминиент этот. Ёбаный, вот он, сука, который меня все, блядь, терроризирует. Я тебе, блядь, не отдам, блядь, тебе, сестру, сука, сделай дело одно для меня. Вот он, сука, все с меня какие-то шифры требует, а он тут с какой-то тёлочкой все трёт. А он думает, я царь и бог, блядь. Я поимею тут всех своей костяной ногой. Он еще, кстати, прихрамывает, у него какой-то этот гипс там или гипсокартон, а гипрок у него там стоит, блядь. И дрель в жопе. А, и еще к бабе пристает. Ну, сука. Так, отсюда, кстати, херово видно, я лучше перенесусь на эту камеру. Ой, я там что-то девчонке дал, что-то какую-то эту. Валентинку. На, смотри. Оп. Ой, как мило, спасибо. Это то, чего я всю жизнь мечтала. И пошла такая деловая. Ту-ту-ту-ту-ту, кому-то звонить. Вот, сука, деловая. Курица, блядь. Опс. Приплыли, называется, приплыли. Покиньте офис Блюм. Сейчас мне будет тут Плюмбум. Плюмбум или опасная игра. Тоже, кстати, фильм хороший. Плюмбум. Если кто знает. Если кто не знает, блядь, посмотрите. Старый фильм. Так. Сука, солнечные батареи. Во, вспомнил, как они называются. Что нам делать-то, блядь, меня попалили? А, сука, отсюда не уйти, отсюда не сбежать. Надо что-то предпринять. А, я уже даже заговорил стихами. Не уйти и не сбежать, надо что-то предпринять.
задержать Атоса, Портоса и Арамиса. Атоса, Портоса и Арамиса. В кино Д'Артаньян, три мушкетера. Вот тут тоже такое эхо раздавалось. Когда эти... ОМОНовцы, он прибежали такие, кричат. Давайте его, ловите, здесь он где-то. Он где-то здесь. Давай, братка. Я что-то все помобили, все пиздец, все мне никак там, блядь, все стратегию какую-то играю там, блядь, пиздец. Овощи выращиваю, блядь, зомби-фермы, нахуй, ёб твою мать. Зомбаков там, блядь, зомби-лэнди там, нахуй. Зомбабаксы собираю, ёб твою мать, нахуй. Ты бы убрал мобилу, ёбаный свет, тут пришли менты, нахуй. Спецназ, блядь, ОМОН, СВИП. Блядь, хуй просышь, нахуй, кого тут только нет, блядь, пиздец, он играет, нахуй, в зомбаков. Чё за нахуй ты, убери ты свой телефон. О, блядь, манера, сука. И этот в игре тоже со своим айфоном, блядь. Все там что-то высматривает, то ли, блядь, какие-то фотографии проституток. Не, неужели? Так, давай мы тебя озадачим, ну-ка. Надо как-то отвлекающий какой-то маневр придумать. Кинуть им пистолет. В голову. Это там что-то чешет, яйца стоит. Выкидай. Оу, оу, гоу. Блядь, и с этой стороны тут тоже какая-то... О, блядь, ааа! Ах ты, сука, ниндзя. На... А, я ему, блядь, в шею куда-то, блядь, попал. Тихо, тихо. Они, а им похуй, эти двое как стоят там, нахуй, так и стоят. Я их не учила, грохнул. Хотя они, может, не слышали. Я же с глушаком как-никак. Ну-ка, 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 нахуй. Оп-оп. Тан-тан-тан-тан-тан. Завел ему песенку, блядь, его любимую. Он сразу, ай, он сразу. И сейчас другу, а, оп-оп. Друг его еще подошел, говорит, ну-ка, дай-ка я скачаю. Рингтон. Бабки сейчас вас соберут тут. А, ну вот и все. В принципе, все. Мне осталось 30 метров до места назначения. А я дохожу. И задание выполнено. Йоу! Вот такое было задание у нас. Встретился я с нашим злейшим теперь врагом, бывшим другом, с которым служили, который меня теперь терроризирует. Ну, в общем, и все. С этой сукой мы немножечко разобрались. Телебом что-то мне там ездит по ушам, типа, сука, нахуй, молодец, блядь, чё, всё, блядь, всё охуенно, блядь. Ну, короче, в общем, всё ништяк, смотрим продолжение после того, как сниму закончу с этой игрой, начну еще более интересную, увлекательную игру приключенческую про Ларку Крофт, наверное, потому что уже за нее спрашивали. И даже не один человек. Так что ждем окончания этих разборок, спасаем сеструху и приступаем к новым приключениям. Другой игре. Всем пока!